Православные христиане отмечают сегодня один из главных праздников религиозного календаря – Благовещение. Патриарх Кирилл провел торжественное богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Затем с крыльца древнего храма выпустили на волю голубей. Этот старинный русский обычай возродили в середине 90-х годов прошлого века. Птицы символизируют благую весть, которую, согласно Библии, принес Деве Марии архангел Гавриил о том, что у нее родится Сын Божий.